Плач ребенка можно назвать самым долгожданным звуком в мире. Сомневаетесь? Спросите об этом маму, которая лежит в родильном зале, или врача-акушера. В целях повышения престижа профессии при поддержке учреждений здравоохранения, а также профсоюзных комитетов, Новополоцке прошел региональный конкурс «Лучшая акушерка года», где за заветную победу боролись сразу 6 медиков. Ну, первое, это конкурс мы задумывали, как профессиональное мастерство показать все-таки роль акушерки в современной медицине. А на вопрос, легко ли выбирать, выбирать всегда тяжело. Вот. Почему? Потому что все заслуживают наивысшей оценки. Они все победители, они достойны все наград. В этом году задумали не лучшую медсестру, а не лучшего медработника, а лучшую акушерку. Александра Ганус, профессии чуть меньше года, специалист еще молодой, однако работа у 21-летней девушки крайне ответственная и заключается в профилактических осмотрах женщин, назначении лечения и дальнейшем отправлении роженицы к специалистам. По итогу конкурса Александра получила титул самого креативного врача-акушера. Я рада принять участие в этом конкурсе. Это очень хорошая практика, очень хорошая возможность показать себя. Готовились долго, упорно, стремительно идем к победе. Работа мне нравится. Ну, в будущем, конечно, хотелось бы работать, ну, немного ближе к этому, в роддоме, больше принимать участие в принятии родов, больше с беременными. Все 6 участниц получили свои награды в номинациях. Самой патриотичной акушеркой признана Мария Быкова, самой творческой – Татьяна Лебедянская, самая находчивая – Ольга Размазова, самая эмоциональная – Елизавета Хлудкова. Победу в номинации «Золотые руки» и титул лучшей акушерки года завоевала Анастасия Мороз. Очень волнительно, нагрузка большая, совмещаю дом, работу и параллельно конкурс. Тревожно, волнительно, в стрессе. Ну а так, в общем-то, радостно, хочется выступить достойно, чтобы ни в коем случае не было ни за что стыдно. Металась между работой, домом и подготовкой. Анастасия Мороз, профессии 10 лет. Первая встречает женщин, которые обращаются в родильный дом. Любовь к работе и хороший тыл помогли женщине успешно справиться со всеми испытаниями и получить заветный титул. Ольга Войтова, Артем Табаков, Вектор ТВ.